Ух ты, а где мой полет Валькирии? Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами Гидеон, и мы продолжаем наше путешествие по игре Far Cry 3. Ну что же, для начала возьмем карту памяти, кстати, нужно собрать их побольше. За них дают отличные деньги, и не только. Ну что же, кто-то меня просил взять Magnum, или не Magnum, нет, меня кто-то просил взять Desert Eagle. Ну что же, раз просили, значит возьмем. Изменим для начала его. Что мы ему добавим? Мы ему добавим коллиматорный прицел, ну даже не знаю. Ночной прицел, ну неплохая вещь. Конечно же, расширенный магазин, безусловно. Куда же без него. И голографический, коллиматорный, оптический. Такому пестолю нет, такому пестолю оптический не нужен. Ну что же, добавим, наверное, не знаю, коллиматорный. Нет, ночной, ночной прицел какой-то он. Нравится он мне, короче, нравится. И раскрасим его двухцветный черный. Ух ты какой, просто черный, хромированный. Огненный пустыня. Двухцветный черный, мне нравится. Я раскрашу его именно так. Ну что же, а теперь экипируемся. Вместо чего? Да, вместо лука экипируемся. Все, нормально. Ну что же, выйдем из нашего убежища и ознакомимся с картой. Для начала. Кстати, смотрите, какой черный магнум. С каким прицелом классным. Мне очень нравится. Откроем карту и посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас много чего открыто и много чего еще не сделано. Я хочу выполнить все, что у нас находится в закладке «Путеводитель». Там находятся простые миссии. Миссии охотника, испытания ракьят. И начнем мы с выполнения все вот на этом нижнем острове. Раз мы уже здесь находимся, почему бы нам все здесь и не выполнить? Начнем мы, конечно же, с миссии доставка на дом, которая находится прямо рядом с нами. Ну что же, отправимся прямо туда. Нам необходимо еще найти немножко травы зеленой, потому что наша уже совсем закончилась. И здоровье наше, в общем-то, на исходе. Поэтому необходимо еще немножко наботанить нам. На всякие зелья, снадобья и прочее. Выкатываемся мы вот так вот. И миссия у нас совсем рядом. Это отлично. Там еще у нас покер внутри. Но это нам не интересно. Привет, чувак. Эй, я тебя знаю. Видел, как ты взъебал пиратов, мой друг. Очень впечатляющий. Ты мне пригодишься. Правда? Я серьезно. Посмотри в мои глаза. Не моргают? Вот как я серьезен. Тут некоторые селяне пропали, исчезли, испарились. Фух, там пруд есть, весь такой священный. На дне развалины, страшные, как оборотни бар-мицва. Селяне там плещутся и причащаются. Правда, трое из них так и не вернулись. Так не купайтесь там. Говорят, ты сюда попал, прыгнув из самолета. А ведь тебя тоже, небось, отговаривали, а? Крыть нечем. Ладно, где этот пруд? Ха, ну что же. Это, кстати говоря, последняя дополнительная миссия в игре. Поэтому посмотрим, что она нам предоставит. Что она нам покажет. Переплывем. Очень сильно надеюсь, что здесь нет крокодилов. Хотя, конечно, они должны быть здесь. Так, переплыли мы удачно. Слушайте, классный прицел, поглядите. Чем темнее становится, тем он меняет цвет. Мы выходим, вот он сейчас зеленый, немножко где темновато было. А когда выходим на яркий свет, он становится желтым, желтеет. Классно, классно. Вот, он становится все более желтым. Классный прицел. А ночью, наверное, он красный. Такой прям вообще, ух, ядрено красный. Так, где-то здесь у нас есть пещера. Он сказал, что здесь пруд, но здесь, в общем-то, пещера просто-напросто. Доберитесь до места купания. Видимо, это пруд в пещере. Ну что же. Очень я боюсь крокодилов. Что-то темно совсем стало. Нырнем. Ой, так еще страшнее. Лучше выплывем. Ничего не вижу. Конечно же, в секретной пещере должны быть проходы такие под водой, где проплываешь. И потом выныриваешь. Так, ну что тут у нас? Чувак какой-то лежит. Реликвия, контейнер, бутылки. Бухали они, видимо, тут неплохо. Так, что здесь еще есть? Трупика берем.
Хотя нафиг он нам нужен, честно сказать. Такс, ну... И что же? Что же здесь такого страшного? Почему у нас заиграла такая музычка тревожная? Ох, как мне это все Резидент напоминает. Четвертый, пятый и вообще. О, это еще что такое? Нифига себе. Так, контейнер мы заберем. Тут еще и бабки, и свечки какие-то. Хлебушек. Это, видимо, какое-то такое прям святилище. Какая музычка-то? Какая музычка-то у нас играет-то? Какая суровая. Так, ну и что? Мы просто пришли сюда и все? И теперь нужно отсюда свалить? Ну да, чуваки просто мертвые, да, здесь в воде. Как бы ничего особенного я в этом не вижу. Вниз тут больше никуда не проплывешь. Продолжения пещеры нету. Пошли назад. Хорошо бы, конечно, никто не напал. Но... Да, не знаю, тогда миссия будет совсем скучная. Если никто не нападет, никто не вылезет, не выскочит, не выпрыгнет. Но, видимо, так и будет. Етицкая мать! Етицкая! Да что ж такое? Ох, ё, миссия будет скучная. Как же я... О, боже мой. Ох. Вот почему я не играю в эти в ужастики. Почему я не играю в ужастики? Вы понимаете, да? Понимаете, почему я не играю в ужастики, да? Почему у меня нет летсплеев, нет прохождения ужастиков? Не-не-не, это не для меня. Это не для меня, не-не-не, хватит. Никаких щекотаний нервов. Ох. А я так и знал, да? Я же сказал, да, не будет так интересно, если нас никто не выпрыгнет. Конечно, нас выпрыгнул крокодил. Кто же еще? Не дай бог сейчас еще раз выпрыгнет. Фух, да. Я почти отошел. Почти в порядке. Ну что, чувак? Я думаю, ты заслуживаешь выстрела в голову за это. Ну ладно, ладно, фиг с тобой. Что мы будем есть? Это был крокодил. Ему конец. Обалдеть. Крокодил, да? Небось, пожрать пришел. Ну, бывает. Что там говорить? Кому сейчас легко? Спасибо. Да, ну что же, вот так вот закончилась у нас последняя миссия дополнительная в игре. И впереди я вижу 3 кустика зеленой травки. Ну слушайте, прям как по заказу. Фу, отошел я от крокодила. Прям жестокий он прям выпрыгивают они так. Ух, неожиданно. Прям по-крокодильски. Так, травку мы насобирали, отлично. Сейчас сделаем снадобий. Так, где наши снадобья? Медицинские препараты. Сготовить. Отлично. Все. По максимуму их понаизготавливали мы. И смотрим нашу карту. Куда нам отправиться дальше? Конечно же, ну давайте как раз мы рядом. Путь охотника. Прямо здесь и сделаем его. Плыть тут недалеко. Красиво, конечно, днем. Очень красиво, особенно вот эти... кстати, видите, что это такое? Это вот корни растут не просто так. Это воздушные корни, чтобы дышать. Это вам небольшой экскурс такой. В ботанику. Так, ну что, давайте правую возьмем. Что у нас здесь? Чучельнику нужна туша редкого крокодила-альбиноса. Убить его с помощью мачете. Мачете. Вы серьезно? Оу. Так, а куда эта точка ведет? Она явно ведет... Да, далековато. Я возьму машину. Теперь у нас все аванпосты наши. Больше врагов мы нигде встретить не должны. Возьмем машиночку, потому что ехать нам, видимо, далековато. Так, музычка-то тут есть. Не понятно, кстати, в игре есть кнопка «Включить радио». Ну, сколько я ее не давил, не включалась она и не выключалась, ничего не менялось вообще. Вообще ничего не менялось. Так, ну, что-то далековато, кстати, это место находится. Эти ребята тут просто кружат. А, вот оно. Ручник. Класс, люблю ручник. С ручником всегда такие повороты четкие.
Так, припаркуемся здесь, прямо на краю обрыва. Ага. Чувак, видимо, уже попытался убить его. А, нет, это бедный рыбак. Ну что же. Крокодил альбиноса с помощью мачете. Да. Крокодила. То есть... Я только что не убивал крокодила, да? Угу. То есть я опять хочу сейчас идти на крокодила. Прекрасно, прекрасно. Кстати, о, это местечко, это здесь этот... испытание ракет одно из наших проходило. Надо будет, кстати, сейчас еще несколько испытаний. Буду теперь делать комбинированные серии, чтобы было много всего. Конечно, миссий больше не будет. Но зато будет у нас... Где же ты, крокодил? Будет у нас различные другие. Там буду делать по одному охоте по одной. По одной там доставке припасов. Хотя доставки осталось, по-моему, всего 3. Потому что мне нравилось их делать в прохождении. Ну, так. Ага, зона с крокодилом там. Значит, здесь нам делать нечего. Ладно, крокодил. Выходи, где бы ты ни был. О-о! О-о! Пробел, 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 пробел. Пошел прочь, гад. Фу. Ну что же. Освежуем тебя, говнюк, а? Освежуем, да, 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 да. Все, редкий крокодил альбинос наш. Ну что же, не думал, что это будет именно так. Это на самом деле оказалось довольно просто. 450 баксов в наш карман. И это значит кое-что интересное, что мы приближаемся к покупке новой винтовки под названием Bushman. Так, где мы оставили наш джип? Где-то на краю бездны? Я не помню где. Так, мне нужна машина. Эй, ребятки. Винтовка Bushman мне нравится, красивая такая, и там уже всякие... А, вот там вот вроде бы, да. Где-то тут. Если ее, конечно, кто-нибудь не спер опять. Видимо, уже кто-то спер. А, нет, стоит она. Винтовка хорошая, мне нравится. Подожди, парни, 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 парни. Парни! Вот уроды, а, довезли бы хоть. Ладно, сам доеду. Сам доеду, понятно? Так вот. Все, так вот вам. Так, ознакомимся с картой. Посмотрим, куда поедем. Ну что же, это испытание мы уже прошли. И отправимся, наверное, тогда... охота за головами, что ли. Хотя, да, мы перенесемся туда. Че ехать? Что нам ехать, время тратить? Перенесемся и сразу же... Сразу же пойдем, куда надо. Здесь, кстати, две охоты за головами. О, как. Как там было две обычные охоты, здесь две охоты за головами. Так, возьмем правенькую. А, она с другой стороны. Тогда эту возьмем. Почтите традиции, ракьят, на-на-на. Убив пироманьяка ножом, обосновавшегося где-то... Где-то там. Берем машинку. О, фигурка. Люблю такие фигурки. С гитаркой. Гавайский. Алоха. Алоха, Хавайи. Такс. Кто-то там кричит, а, это музычка, наверное. А, не важно. Вы что-то слышали? Не, я ничего не слышу. И я тоже, да. Где-то пироманьяк у нас там находится. Здесь у нас какой-то обрыв. Большой и жестокий. Так. Ага, вот и он. Где-то здесь. Что ж, я приторможу. Ага, здесь у нас еще зелененькое. Прихватим. Это быстро и полезно. Так. Вот и они, собаки. Ё-моё. Вот это да. Вот он, пироманьяк-то. Здесь собаки, здесь эти. Кого здесь только нет. Ёлки-палки. И как нам быть? Нет, ну я могу, конечно... О, еще и здесь один. Просто прекрасно. А убивать, конечно же, стоп. И этот тоже. То есть, кто из них пироманьяк-то, я не понимаю. Они обе как главные... оба как главные цели. А, наверное, я понял. То есть, кого-то из них убить, например, если у меня нет способности убивать тяжеловесов. Если нет способности убивать тяжеловесов, значит, вот так вот. Придется вот так вот убивать. Так, ну,
Чё, я даже не знаю, неохота мне особо париться. Поэтому я возьму, воспользуюсь старым добрым способом, перестреляя их всех со снайперки. Позвать они никого не смогут. Зато я их смогу перестрелять. Надеюсь, что они ко мне не побегут. Собачки, главное. Собачки — это самое опасное, конечно, здесь. Отлично. Оставим этих. Ой, они меня уже подзамечают немножечко. Так. Отлично. Ну что ж, осталось этих двое всего лишь. И с ними мы, конечно, расправимся по-особому. Так, о, пулемет. Нет, пулемет, ладно. Подождет пока пулемет. Так, где он там? Ага. Оба они здесь. У-у-у, вы поглядите-ка. А этого парня я не заметил. Ну все, теперь. Теперь точно все наши. Так. Этот у нас... А, т-т-т-т, все, он нас заметил. Он нас заметил. Только бы эти не пришли. Только бы эти не пришли. Так, ладно, я не знаю. Ох ты, ё-моё, ладно. У нас остался этот. Сейчас мы его немножко дезориентируем. Давай, ох. Фу, а ведь из-за вас я мог все это испортить, а, ребята. Понимаете? Понимаете, что я мог все испортить, все испоганить? Кошмар. Вот помощнички хреновые. Приперлись, блин. Ну даете, ребят, ну даете. Ладно. Посмотрим, что у нас дальше. Куда мы отправимся? Теперь у нас... Попробуем испытание ракет. Разнообразие. Разнообразие — это именно то, что нам нужно. Ну что же, какое же оно будет? Сейчас мы узнаем. Так, о, карта памяти еще одна. Отлично, да, 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 да. Винтовка Бушмен, конечно. Вот что мы хотели посмотреть. Итак, она находится в разделе «Любимое оружие». Винтовка Бушмен. 3800 стоит, конечно, мы ее купим. Еще бы. И куда мы ее экипируем? Мы ее экипируем вместо пулемета. Да. Изменить. Ее нельзя изменить. Она уже настолько классная, что изменить ее просто невозможно. Так. Ну что ж, испытание ракет. У, какая винтовка хорошая. Хорошо. Неплохо, неплохо стреляет. Надеюсь, что и урон у нее соответствующий. Так. Немножко я потерял, где у нас, в какой стороне испытание ракет. И метка у нас тоже пропала. Да, но где-то справа. Вот здесь вот. У-у-у, на горе. Там, на горе. Испытание ракет находится там, на горе. У-у, птички. Чайки? Кто это? Похоже на крики чаек. Так даже не знаю. Желтенький цветочек нам не нужен. Не знаю, никогда не смешивал это, не пользовался. Может, на сложном это надо. Но мне кажется, даже и на сложном это не надо. Ну что же, посмотрим, что за испытание. Начнем. Премия «Подкравшись», «Голову», «Бесшумно». Неужели тут нужно убивать их в стелсе? Хо-хо! Неужели из пулемета? Ух ты! А где мой полет Валькирии? Где мой полет Валькирии? Я хочу полет Валькирии. Yes! Просто отлично. Но из этой штуки, конечно, тяжело попадать, на самом деле, я вам скажу. Вон, видали? Фиг я попал. Yes! Еще один. Спрячемся, спрячемся. И еще один. Отлично. Так, где еще вертолеты? Мимо. Так, пулемет, пулемет, пулемет. Хочу пулемет. Хочу пулемет, да. Надо здесь пустить, блин, полет Валькирии. Прекрасно будет.
А можно выбивать просто пилота, вон они все вываливаются. И все. Все готово. Кстати, у нас еще есть время. Премия за время, отлично. Взорвать его, yes. Так, спрячемся, спрячемся. А то они нам что-то... Всю лапу перебили. Да, шикарно. Надо еще время выбить. О, класс. Так, а тут еще есть день премия за время? Давай, 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 пулемет. Давай, 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 вышибаем, вышибаем этих. Вот так, вышибаем их и все, все просто. Так, где-то еще премия за время? Вот она здесь, отлично. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Вот сколько у вас. Давай, вкалывай себе уже. Yes, и еще один. Готов. Где еще премия за время должна быть? Давай, пулемет. Вот так. Вот это я понимаю. Время, время, время. Не вижу, не вижу больше. К сожалению, больше не вижу. У нас 17 секунд остается. Так, где-то еще там. Ну, ну, хоть бочечка где-нибудь. Что-то ни одной не вижу. Видимо, видимо, здесь мало бочечек. Не, все. Сколько получил? 400 очков. Отлично. Ну что, неплохое испытание. Мне понравилось. Классное, резкое, дерзкое. Так, посмотрим, куда дальше пойдем. Так, куда мы дальше отправимся? Так, 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 так. Ну что же, я думаю, для полного завершения мы выполним задачу сброс припасов. Оно где-то у нас здесь. И к вышке мы не можем перенестись, к сожалению. Жаль, очень жаль. Сюда мы тоже не можем перенестись. Тогда перенесемся в сиротский приют. Прямо на верхний остров. Я, конечно, говорил, что мы будем проходить нижний, но мы будем проходить нижний в основном. И сброс припасов, например, у меня остался только на верхнем острове, поэтому за ним придется отправляться сюда. Так, здесь у нас есть карта памяти где-нибудь? Или я уже забрал? Да нет, видимо, забрал уже давно. Когда еще тот раз захватил. Так, где-то у нас нужен транспорт. Безусловно, нужен транспорт. Лодочку я там вот вижу. О, даже скутерок. Отлично. И отправляемся. Хотя, может быть, и в основном не нижний буду проходить остров. Буду так в перемешку. Ну, так будет всяко интереснее, на самом деле. Чем гонять по одному и тому же. Красоты здесь, конечно, отличные. Всегда есть на что посмотреть. Нифига он голову крутит на 180 градусов. Красавец. И вон у нас сброс припасов. Подгоняем прямо к нему. На всех парах. Ну что ж, и начинаем. Не-не-не, подожди. Вот здесь, начинаем, вот так вот. 225 долларов. Ну что ж, погнали. Так, что нам в дороге предстоит? Так, я думал сначала тут трамплинчик какой-то, но нет, трамплинчика не было. Ну, я думаю, это будет не слишком сложное задание, потому что это все-таки начальное, которое я, в общем-то, пропустил. Иди, иди отсюда! Ух, чуть не сшиб этих дураков. Воу, 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 что же меня так подкидывает-то? Что тут враги делают? Я что, что-то не захватил, или они все еще где-то спавнятся? Не знаю, ладно. Слушайте, красиво, очень красиво. Это, видимо, одно из начальных заданий, где просто, просто так... Красоты, красоты местности показываются. Вот мы и пригнали, парень. Ну что ж, дамы и господа, на этом... О, о, я горю, я горю. На этом я хочу закончить свою восьмую часть прохождений и похождений по игре Far Cry 3. Надеюсь, вам понравилось. Красивый остров нас ждет. И в следующей 9 серии мы встретимся с ним снова. С вами был Гидеон, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.